Что касается автомобилей Давидыча, вот здесь спрашивают, где X5 там, и так далее, они на сегодняшний день находятся в большинстве своем под арестом. Когда суд, когда будет окончательный суд, еще неизвестно, поскольку материалы не переданы, ведется следствие. Где читать новости по Эрику? Значит, новости по Эрику, когда какие-то есть существенные, я публикую в Инстаграме. Также я их публикую в социальной сети ВКонтакте и рассказываю вам в Перископе, когда есть что-то существенное. Просто тоже не хочу вас лишний раз утомлять, тем более, что достаточно серьезная аудитория собирается, вот, когда я выхожу в Перископы, чтобы лишний раз вас не беспокоить, я по мелочам стараюсь не выходить. Когда есть что-то важное, я выхожу, вам обязательно рассказываю. Как его мама? Ну, мама держится, насколько я знаю, как бы ее поддерживают и родственники, и друзья, поэтому мама держится, также там имеет связь с Эриком, ну, официально, да, там с помощью письмо там и так далее. Поэтому вот так. Друзья, ну вот есть еще, будет ли пробег? Ну, когда Эрик выйдет, я думаю, что будет не только пробег. Да, и огромное спасибо за поддержку. Вот здесь вот поддержка, конечно, со всех регионов страны, и не только нашей страны. Эрику поступает большое количество писем. Вы и здесь поддерживаете. Продолжайте также писать ему. Просто сейчас тот период, когда что-то просить вас как каким-то активным действием я не могу, потому что это на сегодняшний день не нужно. Но вы не забывайте про Эрика. Если вдруг нужна будет ваша помощь, ваша поддержка в чем-то, мы обязательно к вам обратимся по мелочам и стараюсь вас не дергать, не беспокоить.